это благодарные поклонники. С моей точки зрения, мы сегодня, в том числе на примере этого киношедевра, как путешествие в ад, все-таки должны поставить себя перед извечным вопросом о неизбывности двух абсолютно противоположных свобод, которые вот сегодня как никогда сошлись на перекрестке истории. Это свобода, свобода ада, которая побеждает любовь к смерти, такой эрос Танатоса.